А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Ребята, ребята, ребятушки, короче, ситуация вновь повторяется, потому что я опять записываю ночью. Вот могу, собственно, показать на телефоне, не знаю, видно вам, так, да, 3 часа 13 минут. Короче, не суть важно, почему я записываю ночью, но сегодня у нас будет мини-открытие, так что, если кто помнит, я уже такой похожий видеоролик снимал, кто помнит, лайкосик, да и кто не помнит, тоже поставьте лайкосик. Короче, мне сейчас возможности записать нормально днем, так что буду говорить как-то вот так вот тихо. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем стараться выбивать мистера Пи. Я не буду прям много жестко донатить, потому что, ну, блин, нету смысла много донатить ради персонажа, которого, в принципе, я мог купить, получается, за 300 гемов. То есть, сверх этой цены вообще не следует донатить. Не выпадет, то донатить, все, я больше на него не буду пытаться, стараться, я этого делать, ну, не собираюсь. Поэтому мы сейчас донатим. Если не получается, то все, я его жду из обычного бокса. Смысла еще больше донатить, ну, совершенно нет. Я не холдик, я не могу донатить там по 5000 рублей, чтобы выбить какого-то там мифика или легу даже, да? Ладно, давайте начнем мы, конечно же, с бесплатных, потому что, ну, вдруг из бесплатных выпадет, и тогда мы сразу идем играть, но мы определенно сегодня будем играть, потому что, ну, я не буду делать прям супер большое открытие, но донатить сегодня, если не выпадет сейчас, то будем, поехали. Большой ящик, также шансы прочекаем, 2.60.15, они, кстати, не изменяются, как я заметил, поэтому, я так понимаю, это самые большие шансы, которые есть. Поехали, пожалуйста, мистер Пи, давай ты побыстрее как-нибудь не выпадешь, я надеюсь, что все-таки мне сегодня фартанет, и он мне, ага, то есть мне выпало только то, что мне не надо, золото мне сейчас особо не нужно, нечего прокачивать, вот выпадет мистер Пи, надо будет золото, чтобы его прокачать, давайте 1500 тратим этих поинтов, пожалуйста, ну можно, хотя бы, опять нифига, ну чуваки, ну, вот если я сейчас задоначу и снова будет нифига, то вот это будет очень уж обидно. Ну, я думаю, что мы сейчас купим еще один мега ящик. Короче, я доначу на вот эту вот акцию за 170 гемов. То есть это не так много мы сможем открыть. Но я все-таки верю и надеюсь, что что-нибудь да дропнется. Так, гемы, как вы видите, у меня уже на аккаунте появились. 184 гемасика. Ну что ж, начинаем с мега ящичка. Пожалуйста, ну вот реально, я не буду больше донатить, если мне не выпадет. Смысла в этом никакого нету. Я не знаю, почему мне не выпадает мистер Пи, но это реально мифический всего лишь персонаж, а он не дропается мне уже такое долгое время, уже сколько с момента его выпуска вышло. Так, смотрим, осталось опять, мне он не... Серьезно, блин, чуваки, мне игра как будто хочет... Вот шансы, даже давайте чекнем даже шансы. Шансы же не увеличивались совершенно. Да, они совершенно не увеличиваются. Я не понимаю, с чем это связано. Так, ну, давайте решать. У меня 120 осталось. Да, короче, открываем мега ящик и напоследок открываем большой бокс. Поехали. Большой бокс. Давайте чекаем, что у нас здесь. Опять ничего. Ой, чуваки, у меня осталось всего лишь на один мега ящик. Либо можно открыть три больших. Давайте, я не знаю, возможно, в этом нету смысла, но почему-то мне захотелось открыть три больших, чтобы растянуть как-то удовольствие. Пожалуйста, умоляю. Ну почему? Почему мне никто не дропается? Опять золото? Чуваки, пожалуйста, только лишь бы это была не пассивка. Вот напишите в комментариях, что вы думаете, это пассивка или новый бравлер. Если будет новый бравлер, то я, возможно, даже немножко крикну, хотя своих родственников, как бы, своих родителей и соседей вокруг мне не хочется тревожить. Пожалуйста, мистер Пи, ну я задонатил уже, я взял и задонатил. Почему ты меня не дропаешься? И мистер Пи! Чуваки, я не могу кричать, но... Блин, открывайте ночью сундуки. Не дожидайтесь, конечно, 3 часов ночи, но вот время там в 12 ночи уже можете заходить. Слушайте, мистер, блин. Я не могу проявить все эмоции, но вы не представляете, как меня сейчас распирает. Фух, да, я тогда не буду сейчас тратить гемасы, у меня еще осталось. У меня еще 60 гемасов. Вот я знал, что нужно открывать большие боксы. Большие боксы, топчик, ребят. Ой, вот вы сейчас, возможно, не видите, у меня, вы чувствуете, что я сейчас лукавлю, вот такие эмоции делаю, но я реально так рад, потому что я так долго его ждал. Моя сестра не знает, она утром простется, я ей покажу, она такая, чё, мистер Пи, откуда? Или, возможно, она увидит из ролика. Так, ну что ж, беремте его, поехали играть. А пойдем мы играть. А давайте сразу с Brawl Ball, чуваки, блин. Ну, блин, ну вот кто сейчас зарешал? Кто сейчас зарешал, да? То есть я задонатил, по сути, не так много ради мифического перса. Ребят, с вас, ну, 3000 лайков как минимум просто должно, потому что я постарался, ночью записал. Не забываю о подписчиках. Так, ну-ка,
Ну, сейчас мы, конечно же, их на изичах развалим. Так, я забыл, что его... А, вот, все, что его делают ульта. Блин, чуваки, это просто такой кайфовый видеоролик. Когда я прошлый раз записывал такой же, когда я ночью открывал боксы, мне предоставили аккаунт, между прочим, да? Там было 100 или даже больше 100 боксов, и там ни хрена не выпало. Ой, ребятушки, вы не представляете, как я рад, но я бы, вот реально, если было бы сейчас, если была бы сейчас не ночь, я бы сейчас так взорвался, я бы сейчас такие, меня бы даже, кто шарит Бравлер Маг, бы себе взял бы видеоролик, да? Так, хорошо. Ну, почему я не звездный игрок? Слушайте, что за дела? Так, давайте пойдем теперь в шоу-даун, заценим, как он там себя проявит. А, нет, давайте, так, меня, нет, давайте мы здесь останемся, потому что Brawl Ball на низких кубках мне очень нравится играть, потому что, ну, это не напряжно, это очень легко, и это просто кайфово. Слушайте, чуваки, блин, я не знаю, почему мне сегодня выпал Мистер Пи. Сегодня, когда я записываю, у нас 12 число, насколько я знаю, это для девятиклассников. Сейчас я смотрю ТикТок. Давайте, сейчас я уже, в принципе, все сказал, что хотел по поводу Мистера Пи. Вы все, наверное, знаете. Опа, мы забили. Сегодня, по идее, девятиклассники, ну, я думаю, мало кто у меня из девятиклассников на канале, а может быть, кто-нибудь есть, пишут итоговое, нет, устный русский, да. Всем желаю удачи, кто смотрит сегодня или кто уже написал. Но и хотя я думаю, вряд ли, что кто-то будет смотреть, все готовятся или что-нибудь типа того, но я играю в Brawl Stars, мне более-менее хорошо. Так, давайте, поехали. Блин, мне очень нравится, слушайте, Мистер Би, этот топчик. Вот, конечно, жалко, я сейчас не могу записать реакцию сестры, потому что она, скорее всего, спит. Да, она 100% спит, она не такой человек, который будет дожидаться со мной смотреть видеоролики, снимать видеоролики. Она, понятное дело, она снимает только вот когда со школы там пришла, да, и записывает. Но такой дурью, как я, в 3 часа ночи она не собирается заниматься. Ну и я думаю, что... И надеюсь, ребят, что вы не смотрите данный видеоролик, когда 3 часа ночи. Потому что, ну блин, лучше спите. Лучше реально спите. Посмотрите его днем. Ну, он, кстати, вы днем, так что я надеюсь, что вы все-таки днем его смотрите. Так, раз, два, три. Так, ну-ка, звездочка, гори, поехали. Так, каточки быстро проходят, я не знаю, мы как будто реально против ботов играем, то есть соперники очень уж слабые, вообще никакущие. Так, ну-ка, блин, а реально, что с соперниками? Я не понимаю, почему на низких кубках челики вот прям совсем что ли не умеют играть? Почему, как они дорвались до Brawl Ball? То есть, чтобы поиграть в Brawl Ball, нужно как бы сначала пройти в трофейной дороге так-то немало. Как будто, вот реально, как будто я играю против ботов. Вот если я и сейчас выиграю, то я просто... Я даже не представляю, как они дошли до Brawl Ball'а и прям вот настолько тупо играют. Это немножко странно. Так, вот давайте мы сейчас проверим, нормально ли прям играют чуваки, которые хотя бы немножко разбираются в игре, или прям вот, ну, вообще голяк. Так. Нет, смотрите, эти прям не такие глупые, то есть они попросту, хотя вот Нита какая-то сейчас глупая попалась, потому что она бежит на меня, просто, нет, не совсем глупые, но в то же время они как будто бы не понимают, как нормально играть, то есть у меня Нита просто на изичах забегает в ворота и ей ничего не приходит. Ну, ребят, я думаю, реально здесь должно набраться 3000 лайков, ну, потому что я считаю, на этом ролике я однозначно заслужил. Возможно, когда я смотрю реакции, да, и реакция бывает какая-то, знаете, такая, ну, типа, сомнительная, то есть смотрим не смешной видеоролик, иногда да, такое случается, ну, без этого никак, но... Я хочу все-таки соблюдать. Вы знаете, почему я выпускаю сейчас ролики каждый день? Потому что если не выпущу ролик каждый день, это не то, чтобы там я там что-то много заработаю с этого видеоролика. То есть он может набрать и 5000 просмотров, и я с него получу там 3 рубля. Прикол в том, что это вот как в школу не прогуливает. То есть если ты не прогуливаешь школу, ты как бы чувствуешь себя комфортно, уверенно. Если ты прогулял, ты думаешь, блин, а вдруг там спалят, и тебе вот реально как-то некомфортно. Вот из-за этого некоторые ютуберы делают каждый день, не потому что это, в принципе, их работа. Так, оп, так, хорошо, окей, ну-ка, опа, а сейчас попалась нам серьезная Тима, и, ну, ну, как сказать, серьезная, то есть я сейчас, в смысле, серьезно? Нет, это ребят, не серьезная Тима, они как будто прикалываются надо мной, зачем они побежали в другую сторону, оставили кольта, который играть не умеет. Ой, ребята, ну это вот несерьезно, Тима, они вместе ходят. Мы с Тамарой ходим парой, потому что, ну, нельзя, вот.
Короче, я понял, это совсем не серьезная тима. Так, мяч мне, мячик мне отдай. Ну вот почему ты мне не отдал мячик? Лучше бы он мне отдал мячик, и мы сейчас уже бы забили, а хотя мы и так забили. Короче, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Здесь однозначно, ну 3000 лайков, ну мы наберем. Я, кстати, звездный игрок под конец. Блин, сегодня очень-очень даже удачный выпуск. Не зря потратил 750 рублей. Ну, надеюсь, что не зря. Все, всем спасибо, всем пока. Ждите новых роликов.